Шалом, уважаемые! Сегодня будет стрим, как всегда, в 8 часов. Ну и наконец-то мы начинаем потихонечку розыгрыши. Немножко переводим это на другой уровень, но по правилам все так и остается. В розыгрышах будут участвовать только участники нашего телеграм-канала. Значит, кто захочет присоединиться к телеграм-каналу, это все уже буду объяснять на стриме. Сейчас это не буду объяснять. Показываю, что сегодня будет разыгрываться. Итак, сегодня к вашему вниманию кофейная ложечка. Ну, понятно, серебро. 800-я проба серебра. Сейчас попробуем приблизить, чтобы было видно. Вот такое вот серебро. В ложечке у нас почти 13 грамм. Тринадцать грамм, грубо говоря. Ну, так как много сегодня людей не будут участвовать, сделаем немножко попроще пока, а там будет, может, еще проще, а может, чуть сложнее. Итак, что для розыгрыша надо? Значит, в 8 часов я запущу стрим. И каждый, кто хочет участвовать в розыгрыше, донатит 1 доллар. В донате пишет: хочу ложку, 1 доллар. И скидывает. С 8 до 9, может чуть-чуть больше. Жду, сколько людей будет участвовать. 1, значит 1. 2, значит 2. 10, значит 10. То есть, вот сколько будет людей, столько будут участвовать. Как будет разыгрываться, не скажу. Но я намекну. Это будет интеллектуальный розыгрыш. То есть, что вам надо? Подготовить мозги, Google в помощь, я думаю, без этого не обойдется. Готовьте всю семью сидеть на Гугле, быстро искать. Кто первый найдет ответ на мой вопрос, тот получает ложку. Значит, так как может быть какие-то задержки по времени, кого-то может вырубить или что-то, значит, ответ быстро ставим в Телеграм. Вот кто быстро поставил в нашем канале, в Телеграм-канале, клуб Антиквар Израиль, ответ на вопрос, того и ложка. То есть не на YouTube-канале, не на стриме, в Телеграм-канале. Ставим ответ, получил ложку. Ну, там дальше, помните, да, адрес высылаете, я иду на почту, отсылаю. Сейчас единственное, что могут быть задержки за счет того, что вот эти вот праздники конца года, все вот эти, да. То есть, непонятно там, когда она дойдет и что к чему, но отправлять как бы буду в ближайшее время сразу же. Отправка, соответственно, за мой счет. Ну, вроде бы так все, если что-то забыл, уже в самом стриме скажу. Так что давайте в 8 подключайтесь на стрим, ну и пообщаемся заодно. Все, всем хорошего вечера, и в 8 жду вас на стриме. Шалом.